Точка нашего отправления в горный Алтай. Село или деревня? Малая Салаирка. Вот. Нам предстоит одна пересадка в городе Барнауле. Точнее, отсюда мы едем в город Гурьевск. После Гурьевска мы едем в Барнаул. Из Барнаула мы садимся на автобус до Чемала и высаживаемся в селе Узнезер. Это наша конечная точка. Что скажешь? Я жду не дождусь. Я тоже. Километра от Барнаула, и в пути всего сколько? Полтора часа? Пути. Чуть больше, почти два часа мы уже в пути. Осталось еще четыре, и на улице идет уже небольшой дождик. Немножко заправились. Как и давай. Очень вкусно. Путь? Да, пущенка не поделяет. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Got your back and enjoy the light show. Nothing it seems like a sin. Вот он наступил момент истины. Мы прибыли в поселок, в село Узнезя или Узнезя. Не могу точно вам правильно сказать. Вот, но мы уже здесь. Погода немножко пасмурная. Есть сплавы. Все есть, все есть. Скорее идем в наш дом заселяться. Дежавю! Кого написано дежавю? Ага. Нет. Это наш дом. Вид из окна на Катунь. Вон она, реченька. У нас что у нас? Комнатка вот такая. Мне нравится. А здесь у нас дворик с такими же домиками. Сейчас мы проведем вам небольшую обзорную экскурсию по нашему дому отдыха. Это туристическая база Дежавю. Show you how to do this, y'all. No papers, catch papers, get high, no papers. Say no devils ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cut. Take your mother out of love, cause I love you. Tell your brother, me go brother, there's a cup for me. Name of the daughter, got a son. Show you how to do this, Я обнаружил очень странную деталь в этом селе. Сейчас, одну минутку. Очень много бабочек. Очень много. Это все бабочки. Охренеть. Бабочковое село какое-то. Не могу я не смотреть.